Фрегат давно зарекомендовал себя в туристической отрасли. Это пансионат с 45-летней историей. Современный 15-этажный комплекс, расположенный в курортном городке Адлера, предлагает отдых в корпусе с видом на море и горы. Загрузкой в летнем сезоне руководство фрегата довольно. Теперь задача организовать круглогодичную работу санатория. Вышли на хорошую цифру в этом отношении. Планируем на будущий год постараться заключить контракты, чтобы работать уже зимой. Каждый год стараемся делать ремонт, подгоняем так, чтобы уже номера соответствовали 4 звездам. Условия для проживания гостей на постоянном контроле специалистов пансионата. И здесь регулярно реализуются новые проекты. Если не вкладывать, то ничего не получишь. Поэтому в этом году планируется запуск плавательного бассейна, который будет VIP-уровня. Также планируется реконструкция номерного фонда класса люкс. Отдых во фрегате рекомендуют совмещать с оздоровлением. В пансионате функционирует лечебно-диагностический центр новых курортных технологий, который предлагает 50 различных процедур на самых современных аппаратах. За основу взяли опыт именно российских специалистов в этой области, так как он самый основательный во всем мире. Так, например, у нас имеются эксклюзивные, полностью эксклюзивные процедуры высокочастотной магнитотерапии, янтарно-шунгитовая ванна. Наш центр может в день обеспечить процедурами до 500 человек. Мы получили новые аппараты еще. К тому же собираемся их внедрить именно в новом сезоне. Поэтому милости просим к нам на лечение, обследование. Лечебно-диагностический центр «Фрегат» рассчитан и на местных жителей, которые, к слову, активно пользуются медицинскими услугами пансионата. Все подробности на сайте fregatadler.ru. Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.